10 января советник губернатора Омской области Евгений Шастин посетил райцентр Кормиловского района. В местной администрации прошла встреча с депутатским корпусом. Евгений Евгеньевич вместе с первым заместителем главы Владимиром Сыркиным обсудил важность проведения турнира по хоккею «Омские орлята». В нынешнем году областное первенство проходит в пятый раз, и количество хоккейных дружин возрастает. По мнению Евгения Шастина, именно на этапе формирования и становления команд очень важна поддержка местных руководителей и специалистов. А ваши дети, они защищают честь вашего района, они гордятся. Им, конечно, маечки, да, там шортики шить, цена вопроса 10 тысяч, чтобы на 15 человек, на команду. Но у них здесь Кормиловка, там Иванов. Много правильных вещей. Говорится о том, что нужна поддержка детскому спорту. Она во всем, не только в хоккее нужна, в других видах спорта. Но а хоккей у нас в России – это особенный вид, любимый многими миллионами. Поэтому тут важно, чтобы все, и взрослые, и дети, и родители, и, как сказать, специалисты разных уровней, спонсоры, меценаты включались в это дело. Больше других Евгения Шастина в Кормиловке ждали юные хоккеисты. Заслуженный тренер России провел занятия на льду с полевыми игроками. Это очень приятно и важно показать вот детям мастер-класс, который на сегодняшний момент показывает Евгений. Вот. И в принципе, чтобы вот, ну, дети как бы были заинтересованы в этом. Все-таки он для нас кумир, как бы вот. Евгений Шастин показал, как двигаться на одном коньке, спиной вперед, выполнял вместе с ребятами змейку, резкое торможение и давал наставления молодым тренерам. А вратарей игровым навыкам обучал воспитанник омского хоккея Кирилл Сенаторов. Ребята, которые хотят научиться играть в хоккей, с ними всегда приятно работать. Тем более я им объяснил, что в хоккей невозможно играть, если ты не умеешь кататься. Как ты освоишь только катание, то хоккей становится намного интереснее играть. Сегодня ребята немножко подучились катанию. Мне понравилось, как мы катались, занимались и делали задом, передом, катались по кругу. Научились многому тормозить, задом кататься. Ну что, Евгений Евгеньевич нас научил, чтобы мы упражнения делали медленно, чтобы лучше кататься. А катание – это главное. С упоением слушали Евгения Шастина мальчишки, для которых после мастер-класса на морозном воздухе был организован чай со сладостями. Ребят интересовало все – и тонкости профессиональной карьеры, и личные моменты. Приятным завершением вечера стало вручение комплекта клюшек командам Кормиловского района и автограф-сессия.